Радий представити нашого гостя, громадський діяч Юрій Євдокімов сьогодні в нас в гостях. Доброго ранку вам. Доброго утра. Дякую, що ви з нами. Итак, что на День города готовится, потому что в этом году как-то все по-особенному. Во-первых, сместилась дата празднования, а во-вторых, много организаций и общественных, и активистов, которые начинают сами тоже браться за это дело, потому что хотят, чтобы День города в этом году запомнился всем. Если брать ваше мероприятие, что это за мероприятие и, соответственно, что ждет николаевцев? Мы в этом году, как и в том году, то есть мы не новички в этом деле, а продолжаем праздновать такие традиционные праздники, которые посвящены Дню города Николаева. В этом году будем проводить его 9 сентября в Корабельном районе, поэтому, пользуясь возможностью, приглашаю всех жителей города Николаева, в особенности жителей Корабельного района, Широкой Балки, отпраздновать вместе с нами на спортивной площадке возле Водолея с 4 часов до 10. Предусмотрена конкурсная программа, предусмотрены разные развлекательные мероприятия, концертная программа, открытые тренировки спортивных клубов города Николаева и много других сюрпризов, которые, я думаю, будут приятны нашим жителям для того, чтобы они запомнили этот день города, для того, чтобы они провели этот праздник вместе с нами, полной своей семьей, со своими друзьями. И надеюсь, все-таки пройдет все успешно. Я так понимаю, что все-таки не зря выбран именно выходной день, потому что все-таки хотелось бы, чтобы все по-семейному пришли, отдохнули. Если говорим, да, про развлекательную программу более детально, что кто будет показывать какие свои умения, ну и, соответственно, возможно, какие спортклубы и так далее, чтобы сделать такой уже более детальный анонс. Ну, для того, чтобы сделать анонс, мы хотели все-таки, чтобы это оставалось тайной, но некоторые тайны мы приоткроем для того, чтобы люди ориентировались и знали, на какое мероприятие они идут. И хотелось бы тоже отметить, что традиционно наши праздники это поддерживает управление молодежной политики в лице его главы Олега Соколика, а также при поддержке депутата городского совета Горбенко Натальи Алексеевны. В этом году мы решили проводить не просто концертную программу, а более обширный фестиваль, фестиваль семьи, фестиваль молодости, для того, чтобы задействовать как можно больше людей, задействовать как можно больше коллективов города Николаева, показать им их способности провести весело время. Ориентировочно мы начинаем с 4 часов. В это время уже начнут показательные выступления спортивных клубов. Это и карате, и тхэквондо, и другие фитнес-клубы будут участвовать. Также у нас предусмотрены... То есть, по сути, будут такие открытые тренировки? Открытые тренировки для того, чтобы показать, какие есть возможности для молодежи, для детей в Корабельном районе города Николаева записаться на какие-то секции, ну и тем самым посмотреть, потому что открытые тренировки будут не просто, а с элементами шоу, представления, для того, чтобы это сделать более театрализованно. А если мы говорим о коллективах, кто будут и какие умения, танцы или песни, или это будет полноценный концерт, как это будет происходить? С 7 часов до 10 у нас будет полноценный вечерний концерт с участием наших николаевских, с других городов у нас будут и коллективы, и сольные певцы приезжают. Но в основном мы делаем упор на наших местных организаций, на наших местных звездочек, которые действительно и владеют талантом, и умеют заинтересовать публику, умеют красиво спеть, танцевать. Поэтому мы им тоже очень благодарны за то, что они принимают участие постоянно в наших мероприятиях, откликаются на наши запросы. Я вот в афише еще смотрел, там ярмарка и так далее. То есть я так понимаю, что все это будет действовать уже параллельно с концертом, то есть будет возможность и параллельно слушать, смотреть и где-то еще. Ярмарка и открытые тренировки это будет с 4 до 7. У нас будут принимать и выставка общественных организаций, и согласились у нас барбершоп принимать участие, и раздача мороженого у нас будет бесплатно для детей. То есть, друзья, можно и потанцевать, и покушать, и подстричься, все можно в этот день. Абсолютно все. И запомнить День города тем, чтобы успели абсолютно все дела, то, что вы планировали на целую неделю вперед. Потому что очередей, ну, конечно, пораньше просто приходите, очереди, я думаю, не будет для вас, вы будете первыми. Что-то, какие-то сюрпризы все-таки еще стоит ожидать? И, соответственно, под финал, возможно, что-то еще для зрителей? Вот мы вас всех приглашаем для того, чтобы вы сами убедились, будут ли сюрпризы, не будут. И для того, чтобы вместе с нами отпраздновали этот день города в Корабельном районе 9 сентября с 4 до 10 часов.
Так что, друзья, вот так, оставляю все-таки в тайне, вы видите, под пытками даже ничего не рассказывают. Поэтому вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию, проанонсировали мероприятие. Друзья, присоединяйтесь, тем более, что в этом году есть возможность попраздновать День города несколько раз, потому что организаторы, начиная с 8 числа и до 15, в городе проводят различные мероприятия, посвященные Дню города и Дню области.